Алло, всем добрый вечер. Мы тут на даче покушали, посидели, отдохнули. У нас сейчас где-то 9 часов вечера. Расходимся домой. Наели себе красной смородины. У нас в этом году столько ее много. Покажу вам сейчас мои огурцы. Какие огурцы у меня большие. Тут все полили с мужем. Все поубирали. Хочу вам показать. Вы знаете, я как-то, когда я садила, я помню, вот, как сказать вам, огурцы. И у меня нечаянно выронилась семечка. И я сейчас смотрю, у меня там такой огурец уже большой стал. Что хочу сказать. Вот, наверное, не знаю я, или я посажу, или я не посажу. Это оливенбаум. Ну, как и дерево, да, оливковое. Сколько оно стоило, покажу вам сразу, сколько. Вот оно, 16 евро. Ну, 15,99, 16 евро. Вот, наверное, посажу сюда. А вот это файга. Вот про эту файгу я говорила тоже в каком-то видео, посмотрите. Но она другая файга, совсем другая, как та, но она отличается. Вот, оно стоило тоже 15,99. Это 16 евро. Вот, пока мы его так сюда поставили. Садить хочем вон тот вот угол. Сейчас я вам покажу. Пойдемте сначала, где огурчики, я вам покажу. Помидоры у нас тоже. Буду проходить мимо, все буду снимать, стараться снимать. Смотрите, какая красота. Какие они уже там большие. И там тоже, везде. Тут у нас соседи, я боюсь, чтобы они в кадр не попали. Где я показывала? Вот, где клубника у меня. Я нечаянно выронила семечку. Думаю, ну что это такое, не буду вырывать. А у меня тут оказывается огурец. И уже маленькие тут огурчики. Теперь надо поставить палку, чтобы она по палке у меня шло. Вот это вот, вот этот вот огурец. Потом что еще? Вот сейчас еще вот эти огуречки покажу вам. Они уже большие тоже у нас. Уже скоро их даже срывать будем. Уже пошли вовсю. Тут пропали. Этот сегодня я досадила. И еще там надо мне 4 штуки. У меня там тоже мне дадут, отдадут эти огурцы. Там сноха. Ну, как получается, мы снохи. Она у нее много. Она будет рассаживать. И вот я тебе еще дам. Так, вот посмотрите. Вот они. Сколько у нас тут огурцов много. Вот они. И на каждом кусту по 5. По 6, даже по 8 штук где-то висело. Они, вон в том краю, вон. Очень много. Ну, я такая рада, как бы я столько никогда не садила. Но мы садим как бы как для гриля, для шашлыков такой. А в этом году прям думаю, ну, столько огурцов, наверное, я возьму и посажу. Думаю, а что еще сюда садить? Баклажаны вот такой уже все садила. Вот, посмотрите, сколько их будет. Думаю, дай-ка я огурцы посажу, потому что у нас огурцы вообще дети любят сильно. Так. Так, вот этот вот мой цветочек, на него попадает солнце. Смотрите, на тот не попадает, мало попадает как бы в тени, а вот тут вот прям солнышко. И смотрю, сегодня у нас было почти 30 градусов, завтра 30. И он немножко у меня подвял, немножко подвял. Хотя я хорошо водой заливаю, не знаю. Завтра витамины ему тоже разведу и буду витамины давать. Смотрите, какая красота. Цветочки у меня какие. Это везде эти цветы. Все, беру камеру в руку, даже забываю, как они называются. Они вот у меня всякие разные. Так, наша картошка. Это земля, я буду пересаживать. Там вот этот вот белый цветок, я хочу его пересадить. Вот у нас тут все усыпано. Я уже пособирала, уже и сколько мы ели. Смотрите. Все прям.
Крыжовник тоже уже классный у нас, такой крупный. Уже коричневеет, смотрите. Завтра поубираю. Так, потом насчет файгу. Файгу мы будем сажать вот сюда. Наверное, сюда под забор мы посадим. Вот сюда вот под забор. Ну, как не прям притык, ну, вот сюда вот как бы посередке. Как раз вот эта файга, вон там он. Я правильно показываю? Правильно. Вон там он, и ту вот поменьше. Вот сюда, потому что та другой сорт, и она не такая высокая будет. Но это, в принципе, тоже невысокая. Посмотрите мои цветочки. Когда я их посадила? Понедельник вроде бы. Смотрите уже, какие они уже цвести будут. Потом моя любимая лилия. Смотрите, какая красота. Сколько на ней много. Ах, сколько она насчитала? 15 или 14, да, штук будет на ней. Такие вот лилии. Красота какая. Ну так все. Что-то в этом году у нас мало черной смородины. В прошлом году было прямо сильно усыпанное. В этом году маловато. Не знаю, что надо им. А вот эти вот цветочки я очень люблю. Там белый, красный, посмотрите, оранжевый. Потом, что я хочу показать вам, муж сделал. Посмотрите, сливку нашу. Смотрите, тоже как обложил, все красиво сделал. Вот это вот слива тоже какая вон, крупная. Какая красота. Так, ну все, вроде бы такое показала. Вот наша файга. Вот она. Она вот немножко, вот эта вот файга, она немножко как бы высокая. А там будет прям вот коротенькая. Она маленькая, прям вообще как бы такая вот будет, маловатая. Потом, что еще? Ну, вроде бы так. Вроде бы все. Помидоры у нас идут вовсю. Но у нас вот этот вот такой куст, он очень толстый. Ствол такой толстый. Какой-то сорт, он единственный такой. Все такие как бы нормальные средние, как обычно, а это какой-то вообще, не знаю, первый раз такой попалось. Так, сейчас поставлю хорошо файгу, а то она упадет. Ну вот, а я хочу, так вот, наверное, поставлю, окей. Так, а я хочу этот цветок завтра пересадить. Так, сюда просто как воткнула его, как поставила в горшочек. И завтра буду пересаживать. Завтра рано приду сюда, чтобы не так жарко было. Этот пересажен уже. И все. Пересажу, все сделаю. Эту неделю опять на работу. Эти выходные я как бы отдыхаю, на те выходные работаю. Стараюсь. Ну, когда такие дни, когда фрай, мне как бы быстро все сделать. Какая красота. Оливень-юль у нас. Ой, оливень-юль, господи, оливка. Все. Посмотрите, сколько у нас висит винограду. В этом году, я рассказывала, да, все усыпанное прям вообще. Но мы ее, знаете, мы ее просто постригли сильно коротко, и она потом пошла. В прошлом году у нас было очень мало, очень мало. Кто смотрел мои видео, я говорила, да, мы когда брали эту дачу, там виноград вообще бедненький был, он на кого был похож? Там он весь желтый был, хотя вот как раз вот в это время он же, посмотрите, какой зеленый, какой он должен быть, да? Это была катастрофа. За ним вообще не ухаживали. Вообще. Так, листик желтый убираю сразу. Где вижу, сразу убираю. Тут вот белый виноград.
тоже цветок такой. У меня дома. Если я не стерла, то я ставлю сегодня блог тоже. Если я не лешивала, не стерла. Где я вот тоже балкон немножко вам снимала. Там две пальмы мы будем пересаживать. Покажу вам. Если я не стерла, нет, то я вам еще раз сниму. Ну, все, вроде бы так показала все. Завтра еще сниму немножко. У нас суббота-воскресенье, у нас тут людей столько, и отдыхают, и грилят, и шашлыки делают. Очень много русскоязычных у нас тут, прям вообще хорошо. Все встречаются, приезжают, безухи, и кто кому. Очень, прям вообще как хорошо. Я говорю, вчера я работала до 10, ну, до полдесятого, до 10, пока доехала дома, ну как, 10 часов, да. Поехала вот тут, знаете, мимо дачи, и вот тут у нас, где будет... Строится у нас поликлиника большая такая, вот там вот все доктора сидят. И наше бюро тоже там будет сидеть, как флегединс, да. И я ехала, и тут дымок такой, уже вчера тоже вот такая хорошая погода была, 27 градусов. Люди здесь уже с пятницы, ну, как бы собираются. Тут и такой вот запах, знаете, как, я помню, раньше в огородах листья жгли, знаете, собирали вот такое вот. Помню, в Казахстане вот последнее вот. И мне прям такая ностальгия, думаю, боже, как дома. Вот у меня вот именно вот этот вот край, это как маленькая, как деревушка. Точно все как дома. Прям это, ехала я прям аж это, думаю, майн год, точно там же все как дома. И люди, и все по-русски разговаривают. И запах такой, и прям аж как бы это самое, как я сразу как дом вспомнила. Ну, как наш, где мы жили раньше. Мы жили на севере, да, потом оттуда... переехали вот в Казахстан, уже сколько лет там у меня все живут, все сестры живут, папа живет там, а все мы там живем, ну как у меня все там в основном живут, есть и в России, и везде у меня как бы родственники раскинуты, но в основном такие самые близкие это сестры живут вот в Казахстане. Ну все, буду с вами прощаться. Встретимся завтра. Хочу вам показать, какой я куга. Ну, пирог беру, да, всегда в Лидле. Он и в Лидле, и, по-моему, в Кауфланде даже есть. Он очень вкусный. Очень, я сейчас вам покажу. Вот он. Есть яблок и есть с вишней. Ну, очень вкусный. Попробуйте. Он стоит 3 евро, недорогой. Это вообще, как говорят, бомба, очень вкусный. Ой, сегодня у нас такая погода, это 30 градусов на улице, 30. Солнца нету, ну как пасмурно, но и не будет дождя. Но сильно жарко, такую сильную жару я не переношу, тоже не могу. Пока закупилась, пока туда-сюда, что-то даже и не стала снимать, хотя полный холодильник, все закупила, не стала раскладывать. Вся мокрая. Пока туда-сюда, и тут уже и стирка, и стирку давай. Вот он мой красавчик сидит. Сразу покажу вам. Вот он мой Рикочка. Вот он. Вон у него косточка там. Рики. Покажу вам курс свои пальмы. Вчера тоже муж пальмы привез. Тут я белье немножко разложила. Дочь приехала вчера. Вот они, пальмочки мои. Сейчас уже сухое все, пойду соберу.